Приветствую, друзья, и прежде чем мы будем продолжать прохождение Скайрима, хотелось бы огласить одну такую новость. Я не знаю, ну, приятная, неприятная, но факт есть факт. В общем-то, Skyrim Association, это вот сайт их, он, в принципе, у меня постоянно на превьюшке, да, на вступлении в игру, ну, там, музыка в интро, короче, вот, так это правильно называется. На этом сайте и разрабатывались, то есть, все эти сборки Skyrim Association, в которую мы играем. И хочется сказать, что, то есть, это все, больше авторы ее не поддерживают, то есть, вот, 1.7.1, это финальная стадия сборки. Вот, и здесь вот они уже написали, что данный проект закрыт и больше не поддерживается. То есть, жмем скачать, и вы увидите, что вот... А, подробнее тут. Здесь вот я не видел и не читал. Я просто решил обновиться. То есть, вот еще одна новость, что у меня была сборка 1.6.0, по-моему, версии. Я ее обновил до 1.7.1. И там сейчас немножко, ну, есть небольшие изменения, как графические, так и предметные, то есть там геймплей, ну, сами посмотрите. Вот, а эту сборку они решили прерывать в декабре, давненько уже, кстати, я давно просто не следил за ней. И я так и понял, что они решили забить на этот, на болт и взяться за новую сборку. Вот. То есть, ну, нам понятное дело, что нет смысла сейчас начинать новую сборку, потому что у нас сохранение, которое мы играем, оно похерится и придется начинать все сначала. Поэтому я не вижу смысла переходить на новую сборку и играть, начинать с нуля. Ну, блин, ребят, мы уже 100 серий почти наиграли, и опять все заново начинать. Пока будем играть в этот Evolution, потом еще что-нибудь появится. Так будет всегда, я думаю. Поэтому я установил самое последнее обновление и будем уже играть в нее. Ну все, давайте встретимся уже непосредственно в игре. Так, мы продолжаем прохождение Скайрима. И сейчас мы находимся в Вайтране, в трактире. Как она, горцующая кобыла или как-то так, да? Вот, и я решил скинуть, наверное, Вилью. Пусть она отдохнет немного, тем более, что она нам пока не нужна. Я решил немножко попутешествовать в одиночку. Попробовать такой стиль игры, потому что мы с ней, по-моему, с начала игры. И сейчас мне хочется типа тупо самому побегать, поумирать. А то Вилья и собака за меня много чего делают, да. Попробуем так какое-то время поиграть, пока мы не доберемся до Солстейма или Фальсакара. Короче, по ее квесту, где у нее там надо найти книгу, вот этот серый Белмор. Мне в комментариях написали, что, скорее всего, книга находится в Солстейме. Но на Солстейм я пока не планирую отправляться, я хочу почистить здесь квесты. Вот, поэтому Вилли пусть пока отдохнет. Я ей сказал, чтобы она отдыхала, и собака вместе с ней. Господи, это что? Что за телепортация такая? Да я твою успею? Мать, вы что, идиоты, что ли? Пусти, тварь! Нормально. То есть, как бы она сказала, хер мне. Ладно, через огонь попрыгаем. В принципе, вот, я перешел на новую версию. Здесь немножко вроде бы графика изменилась, да? Охренеть, с меня кровью вытекло. По-моему, местность стала немного посветлее. То есть, сейчас у меня ночной глаз не включен. Кто такой? Элитор какой-то. А если включить, я не знаю, как это будет. Ну да, еще светлее стало. Ну пока, в принципе, не нужен глаз. Поэтому давайте мы уже отправимся. Ну да. Так, Вилли уже кушать села. С Изольдой, ну пусть она сидит, а мы пойдем наружу. Так, ну здесь, наверное, уже стоит включить свет, потому что темновато. Сейчас ночь. По-моему, игра стала немного более тормознутой. Ну, как у тебя бандикам активируют, то она начинает просаживаться. Очень странно. Почему бандикам дают такую жесткую нагрузку, я даже не понимаю, на процесс. Офигеть просто. Так. Давайте посмотрим, какие квесты. Кстати говоря, по поводу зачарования. Я прокачал кое-что из зачарования, то есть я там... О, кстати, здесь меню теперь не глючит, да, сами видите, быстренько так выпадает, в отличие от предыдущих версий. Вот, я прокачал зачарование до
74, но никакие перки из него не учил, потому что мне нужнее есть перки. А напомню, что зачарование я пытаюсь довести до сотни для того, чтобы я смог работать с некроманским этим столом зачарователя из модификации становления личем. То есть я хочу все-таки попробовать личем стать, а для этого нужно сотка зачарования. Поэтому совсем не обязательно что-то вкладывать сюда. Зачарование как бы мне вообще не впрок. Вот, потратил я все камни душ на это добро, все, что у меня было, все потратил, там, позачаровывал, попродавал лишнее. И вот до сих пор закачал. И, по-моему, еще два уровня апнул, пока вот это вот зачарование у меня качалось. Вот, и за эти два уровня я также получился у Толвдера изменению. Кое-что здесь, ну, адепт у меня был выучен, по-моему, я... Ткач заклинаний, да, проучил, весь чародей это не надо. Дальше я больше ничего не учил. Потому что пока не вижу в этом смысла. Мне вот второй кожи бы выучить. То есть вот это все. Все, что касается брони. Вот эти вот заклинания, которые... Как она там, железная броня, да, каменная броня. И каждый из них усиливает тело мощью магии. Каждый заклинание магической брони 10% и эффекты, если заклинание не носит кирасу. Познание тела вообще, это просто круть, короче, да, драконья плоть. Если с двух рук его еще прочитать, вообще будет супер-мега тема. Можно будет на амбразуру бросаться. Так, и что еще? Я еще что-то хотел сказать, да забыл. А, Вилли я еще убрал, почему? Потому что я у Толвдера купил несколько новых заклинаний. Такое заклинание есть... Я его не помню, бросил в избранное. А, глубокое хранилище. Это, короче, заклинание школы изменения. Это бесконечный сундук, если можно так сказать. Сейчас. Вот я еще, кстати, телепорт выучил у него. 156. Телепортирует заклинатель на большое расстояние. Вот смотрите, сейчас куда-нибудь я. Что за херь? Что там произошло? О, дядька голый. Стражник Вайтрана. Ни хрена, его еще и раздели. А кто раздел-то? Короче, не суть. Вот, телепорт. Нет, извини. Ничего. Оп. Ну. А, вот. Все, хорошо. Перепрыгнули. Таким образом, можно будет неплохо так забираться на какие-нибудь склоны. Я думаю. Наверное, меня сейчас... А, нет, нормально. А, нет, я все-таки не попал на дом, да? Ну-ка, вот туда. Да, блин, ну тут реально очень глючно стало. Не знаю, как это поправить. По-моему, здесь ИНБ стоит. Во! Теперь видите, мы вот сюда запрыгнули. Мы уже на этой стене. Прикольно. А сюда, по-моему... Опа. Наши старые знакомые вампиры. И мы так удачно наверху, да? А ты где, пёс? А, вот он ты. Вообще ваншот. Кстати, еще звуки поменялись. Поменялись звуки всего. То есть звуки шагов поменялись. Оп. Ну, в какой-то мере. Ни хрена себе летающий человек. Звуки выстрелов, сами вы видели. Так, что у тебя тут интересного? Пластинчатая броня чародеев. Мы можем все подряд брать. Да, я вам не показал же. Я теперь буду брать только самые крутые вещи, потому что денег у меня хватает, в принципе. Мне больше не надо. Если что-то буду крутое, только очень находить дорогое, то, наверное, буду брать. Вот оно, глубокое хранилище. Дарует доступ к бесконечному подземному хранилищу. Вот мы его активируем. Оно обоерукое, к сожалению. То есть надо зажать мышку и держать его. А, блин, не получается. Ну ладно. Хотел от третьего лица. И все, оно открывается. И мы можем сюда любые вещи перетаскивать, а потом возвращаться к нему. И вот таким образом угорать. То есть Вилли, в принципе, нам уже не нужна. Я не знаю, это считается ли читерством. Ну, возможно, кстати, вот такие вот моды, они... Да что такое? Ё-моё, чего? Охренел, что ли, пёс? Я, по-моему, даже без прицела в него попал. Кто такой-то? А, Трелл вампиров. Понятно, почему он так быстро лег. Так, чего у тебя есть? 14 септимов. Тумичку возьму. Имперский арбалет. Ну, возьму, пожалуй, он достаточно дорогой. Тетива для лука. О. По-моему, эта версия добавляет еще какие-то примочки для крафта новые.
Вот. Хорошо, ладно, вроде бы я там к вам все осветил более-менее, да? Сам еще не знаю, какие изменения здесь, потому что я, считайте, только установил. Давайте сохранимся. Только установил эту версию вне игры, вне записи. И все, я больше ничего не занимался здесь. То есть мне как бы самому любопытно, что еще. Ну вот графика поменялась, да, но вместе с этим поменялась и производительность, к сожалению, в не лучшую сторону для моего компьютера. Давай, 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 не зависай. О. Так, тут у нас нового говна просто куча всякого. Но я хотел... Саретина, это все открывает новые цепочки квестов. Там соратники, темное братство, обязательно все будем проходить. Найти собаку в окрестностях Фолхрита. Давайте займемся собакой. Она у нас уже достаточно давно висит. Насколько я помню, это тоже квест этот дейдрический. Где-то вот здесь собака, да? Ну, пойдемте в Фолхрит, сходим. И, по-моему, вот эти вот межлокационные загрузки, они тоже быстрее стали. И картинки, как вы видите, тоже поменялись теперь. То есть там была просто какая-нибудь плавающая хрень, да? А здесь ребята постарались и сделали вот так красиво. Я считаю, достаточно прикольно сделали. Очень хорошо смотрится, красиво. Не важно, что не плавает. Ну, картинка там, порог этот не дымит или как он там. Нормально, очень красиво. Ну и как вы могли слышать, наверное, музыкальное оформление тоже поменялось. То есть, по-моему, здесь вся новая музыка. Ух ты. Стой, 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 стой. Ты красиво. Фея! Ни хрена себе, фею хочу. Говорить? Говорить с феей? А что, ее нельзя поймать? Она не говорящая. Блин. Если бы у меня еще все очень плавно шло, я был бы счастлив. Фея, давай поговорим. Господи. Ну прикольно такой светильничек. Ничего она не говорит, короче. Давайте я включу ночной глаз. А, так он, понятно. Все-таки все еще темновато, да? Хорошо, пойдемте пса искать. Здесь вот тоже поменялось немного графика. Более красиво все. Что там? А, вот он, песикчик. Давай. Какой-то ты черный стал. Волк, блин. По-моему, там дворняга была. Ты что, говорящий? Да, я заговорил. И буду говорить, между прочим. Только тихо говоришь, как... Видишь ли, меня зовут Барбас. И у меня есть одна проблема, которую ты, как мне кажется, без труда решишь. Так, какого рода помощь может потребоваться собаке? Вроде это несложно, давай найдем его. Все, он нас повел, и я предлагаю зайти в настройки и посмотреть со звуковыми эффектами у нас что. Потому что голос, вот голос надо до конца добавить. Эффекты, ну посмотрим пока, как с голосом будет. Потому что я не знаю, вы, наверное, ни хрена вообще не слышали, да, только читать, если умудрялись, это хорошо. Давайте сохранюсь и пойдем поможем песику. Это квест Клавикуса Вайла, насколько я помню. Ну да, он скам сказал. Это постоянно у них срач. Да и здесь, я здесь. Собака реально другая текстура. Там была дворняжка. Вот и на этот квест у нас появляется такой компаньон небольшой. То есть собачка это бессмертная, насколько я помню. Она может танковать хорошо. А мы пойдем помогать ей. Примерять ее со своим хозяином. Хозяин, насколько я помню, такой... себе чувак любит предлагать смертным сделки разного рода. О, бегаешь наконец-то, побежали.
Ну ты чё? Ну ё-моё. Не надо только тупить, а. Может, какой-нибудь другой путь знает. Более короткий. Ну, так вот, конечно, за ним бежать это жесть. Но, по-моему, здесь по-другому никак нельзя. Пещера Хеймера. Ну, где она здесь может быть? Да хрен его знает. Бенерай. Крестную шибин, хижина Лорна, хижина Маклера. Алло. Не так жестко, да. Игра очень жестко себя теперь ведет. Глючит, все такое. Хотя я не устанавливал ENB, то есть там был опциональный такой выбор. Улучшение графики, установка ENB. Я все это не ставил. И все равно, как видите, местами игрушка лагает. Где-то она чисто, конечно, идет. А где-то она вот глючит. Так, мы вообще правильно идем или нет? Я вот не пойму. Ой, там еще одна фея, да? Что за феи? Поговорить с ними нельзя, поймать их тоже нельзя. Какой с них толк? Так. Песик решил срезать. Еще одну фею увидел. Ну давай уже, забирайся еще. Ни хрена себе, а я-то так могу? А, ну у меня, если что, телепорт есть. Ё-моё, что тут с елкой происходит? Ну здесь я, здесь, пойдем. Какую-то хрень ты мутишь, чувак. Мы вроде же здесь были, зачем ты меня развернул, мы обошли и... Или нет, или не были мы тут. А, вот тут, вот, по-моему, бандосы. Имеются, вон один с луком стоит, да-да-да. Но пока прицела не будет, я ничего не сделаю. Не вижу, куда стрелять. Приблизительно шмаляю. А, наверное, попал, да? Ага. О, наконец-то. Так будет попроще, но все равно хрен попадешь так. С глюками из такого далека. Блин, у меня мана уже нету, да? Ну давай, дядька, Черномор. Где ты там? Успокоился, да? Может, сейчас спустится? Думаю, мне просто слышат. Да где ты там есть-то, скажи? Есть. Да есть, есть, вот попасть я не могу, падла. Наконец-то. Все, хорошо. По-моему, здесь больше нет никого. Так, чего у тебя интересного? А, что я набрал говна? Блин, ладно, потом скину. Оп. Камни. Успел. А вот собака нет, да? А что, громилу пойти обыскать? Да, у меня есть такое желание. Собака подождет, наверное. Если не запрыгну. А что я маюсь? Где мой телепорт? Я же забыл, что я уже более-менее что-то умею, да? Не, а где телепорт-то? Т-т-т-т-т-т. Эй! ЛМН, ОПР. Не понял. Был же телепорт же, ё-моё. Нет, не было, да? Так, оказалось, телепорта у меня не было. Вот, теперь он есть. Хорошо. Мне, ну, нужно вот сюда, на мост. Закинешь меня? Оп. Похоже, я на Луну улетел. Потому что... Нет. Нормально. Нормально, вообще четко. Блин, мне это нравится. Хорошо.
Так, короче, длинный лук брать не буду. Собака, ты меня ждешь? Подожди меня еще немного. Я тут пока среди этих жестких глюков разберусь. Где я и чё я? Блин, вообще встала игра. Ай-ай-ай-ай-ай. Ладно, падаем. Все, пойдемте. Собака, кстати, нас не дожидается. Вот в чем прикол. И потому я не знаю, куда идти теперь. Может, мы ее догоним, конечно. Мы должны, по идее, догнать. Надо будет что-то делать с игрой, конечно. Понижать настройки вообще в жопу. Чтобы она мне так не разрывала комп, не знаю. Да ну нахрен. Ну что опять не так? Кто там шмалял? Ой. Саблезуб мою собаку бьет, да? А, это не моя собака. Тут, блин. Тут что-то вообще непонятного. Огненный полубог, это что за говно? Как я должен с этим полубогом драться, если он полубог? Я, конечно, постреляю по нему, но я не уверен, что я вообще по нему достану, да? Полубог, стой на месте. Ты там мою собаку не зажарил? Да твою мать-то. Ага, полубог. А почему полубог сразу... Блин, ну как среди таких глюков можно стрелять? Хера себе. Он там шмаляет. А, он с волком дерется, вот что. Я не достаю до него. Ты меня заметил. Нет, кто-то меня теперь не заметил. Learned Shock Damage Cantrip какой-то. Короче, что-то... Мне, конечно, интригует, что это за полубог такой, но... Так, шкуру я возьму. Ты меня интригуешь... Это какой-то мужик! Все, кончился. Ах ты, ах ты, ах ты. Фу. Вовремя. Я хочу посмотреть, что за полубог. Что это у тебя такое? Не знаю, не вижу. Огненная соль. И все. А, прикольно. Какой-то лучник был странный. Так, ладно, ладно, давайте сохраню игру, а то... Какой-нибудь еще полубог появится. Пристрелит меня просто и все. Мне надо мою собаку найти уже. Которая от всех убегает. От хозяина убежала, от меня убежала. И куда она убежала, я не пойму. Но по-моему направление я правильное бегу. Я выбрал правильное направление. Там эта пещера где-то около Хелгена находится. Поэтому давайте уже бежать. Не знаю, почему не сделали так, чтобы собака ждала, если я вдруг отстал. Что у нас тут, что такое? Это я куда зашел вообще? Так, поезжал прыгнуть, потому что здесь... Так это и есть, наверное, Хилген, нет? Ну, это преддверие, да? О, господи. А, кто меня запалил? А, вот собака моя, отлично. Так, 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 вот без этого говна, без глюков, пожалуйста. О. Перышко. Ну, кошелек возьму, все остальное нахрен. Собака, не покидай меня. А! Где? Кто? Куда? Ух ты, они окружили, что ли? Я сейчас лягу. А, тихо, 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 пацаны. Черт, я.
Да себе. Откуда они появились-то вообще? Ну что там делаешь с моей собакой? Так. Там где-то еще один. А, он вот там наверху, да, я вспомнил. Пойдем поговорим. Если я у него только не на мушке, вот в чем проблема может быть. Я сейчас попробую взять над тобой вверх. Ой, что-то меня повело. Нормально. Сработано чисто почти. Если бы меня только врасплох не застали. Чего это тут? Так, ладно. Спускаемся. Опа, это я где? А, это я нигде. О, хорошо. Ну, как мне это нравится. Оп. Вообще четко. Так, ну где песик-то? Песик, песик. Нам не туда ли? А то я забыл уже. Я тут вообще могу телепортироваться и нассать мне на все. На все эти препятствия и преграды. О! Да откуда вы беретесь? Оп, 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 оп. Ну чё, давай. Пролезешь? Нет, конечно. Ты ж тупой. А, ты еще и ожил. В смысле, живой. Ладно. Да блин. Без прицела я, конечно. Просто по лежащей мишени попасть не могу. Нет, он еще и вылечился. Ладно, будем пытаться попасть. Хорошо. Нифига себе, жулик какой. Офигеть, корона Фолкрита какая-то. Броня Фолкрита. Посмотрите, что он носит. Перчатки Фолкрита. Пластинчатый обруч. Сапоги Фолкрита. Он какой-то костюм Фолкрита носит. Ой, что это у тебя было? Жезл контроля? Нахрен. Ниже 400, ничего брать не буду, наверное. Только монетки. Откуда взялись-то вы, ребят? Так, мне куда идти? Да сохраниться. Песик-то мой куда потерялся, ё-моё. Как бы хотя бы целеуказание дали, то есть куда идти. А может, кстати, оно и есть? Сейчас, сейчас, сейчас. Это у меня квест, наверное, не выбран. Да, собака друг Дайдера. Отправиться с Барбасом к святовищу Клавику Савайла. Вот, хорошо. Гав-гав, да. Так ты где? А, ты здесь, наверное, точно. Так, хорошо. Да чтоб тебя. Нет, ребята, точно что-то жестко. Игра начала подглючивать. Столько всего нового, наверное. Графика здесь обновленная более-менее. А это я бы не сказал, что нам на руку прямо. Вот куда ты побежал опять, а? Ну здесь я, здесь. Давай, ослеп что ли? Веди. Там он. Повозчик сидит. Перевозчик. Стэтхэм. Когда уже придем-то? Мы уже, знаешь, сколько бегаем? Уже, наверное, середина серии, а мы только бегаем. Дойти не можем до святилища до твоего. Насколько я помню, в том логове сидят вампиры. А с вампирами уже не так все просто. Ну, посмотрим. А может у меня что-то это... Слушайте, а что-то я реально... Да нет, легендарный. Просто он по мне ударил, а я не сдох. Обычно я ваншотаюсь сразу. То есть, если меня кто-то задевает хоть чем-то, то мне как бы конец. А тут меня этот разбойник задел, я не понял. Секунду. Так, давайте продолжим. Ну, давай, 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 я за тобой. О, господи. Да-да-да. Тяжеловато двигаться даже. Но старую версию теперь я уже, наверное, не поставлю, потому что у меня ее банально нету, ее, наверное, надо скачать. В принципе, наверное, при желании можно все вернуть.
Но я не скажу, что прямо там у меня игра летала. Ну что? В дерево уперлась. Шавка. Скоро мы уже приберемся-то. Нет, ну вообще-то вот, скорее всего, вон та черная пещера, которую на мини-карте мы видим. Я думаю, это она и есть. Надеюсь, по крайней мере, на это. А тут какая-то мельница. Что-то я ее не помню. Здесь никакой мельницы. Таверна старая мельница, ё-моё. Ха, интересно. Да здесь я, здесь. Гав-гав, да давай, веди. В пещере, я надеюсь, так глючить-то не будет. Так глючит в основном только в открытом пространстве. А, тихо. Ой, вампир, вампир, вампир. Знаете, как понял? Я понял, что там вампир по плавающему воздуху красному. Вокруг. С кем-то он там режется. Лошадь какая-то призрачная. Ой. Они за всадником бегут. Господи, всадник лошадь просрал. Вы это видели вообще, нет? Ржач. Всадник у нас без лошади бежит. Так, легкий клиновидный щит заберем. Так, все остальное. Да что? Вампирский. А, волкихарский вампир. Ух ты. Босмерская усиленная кераса. Ой-ой-ой-ой, галили девку. Длинный меч, 3300, ё-моё, вот это я поживился. Блин, я думал, хоть в этой версии их прикрыли, но их не стали прикрывать. Решили, что это круто. Ага, так, все, наша собака туда ушла. Пойдемте за ней. Сохранимся. Я думаю, если мы будем вести такой вот бой в режиме сидя, то проблем у нас не должно возникнуть. Если нас обнаружат, то нас вообще грохнут, я думаю. Надо прокачать броню хорошо. Изменение школу, чтобы дубовая плоть там была. Это не дубовая, а драконья, да? То есть я подозреваю, там будет очень хорошая броня. И чтобы меня не сразу убивали. И тогда можно уже будет в нормальном режиме сражаться. То есть не в режиме скрытности, а в открытую. И смогу сражаться один, если что. То есть никакая Вилли, никто меня прикрывать не будет. Ух ты, здесь хорошо прямо. Четенько все. Ой-ой-ой. Давайте-ка я свет выключу. Потому что здесь вроде все видно. Так. Где ты там идешь? Ну давай, иди уже. Я тебя встречу, постараюсь. Да-да-да. Хорошо. Прям Counter-Strike. Хотя я 100 лет в него не играл, на самом деле. Трейл вампиров, значит, охранял, да? Это слабая охрана, ребят. Ставьте сразу мастеров вампиров и я. Так. Ха. Интересно, вампиры тут что-то ругаются. Привет. И пока. Лысая вампирка. Вампир-ученик. Да, рожи-то у них, надо сказать, еще те. Дороже-то у нас всех хороши, да? Но у нее боксерский нос, кстати. Заметили? Так, ладно, пойдемте дальше потихонечку. Так, 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 не надо подключивать. Вообще светлая пещера, на самом деле, светлая. Вот там вот по-любому кто-то есть, не может не быть. И поэтому я могу легко спалиться. Надо держаться в тени. Вижу, справа кто-то сидит. Внизу есть кто? Да. Предлагаю по порядку выносить. Что? А, да на. Ага, меня заметили, да? Ну, подходи. Ну, неплохо так. Так, что же сделать-то? Прикол в том, что она меня переживет.
Так, 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 так. Все, сдох, да? Пока что еще жив. А, не туда зашел. Что-то мне же должно такое. Господи, не-не-не-не-не. Она меня сейчас грохнет. Может, у меня еще что есть? Лечение здоровья на 22. Но это ни о чем. Восстанавливает 8-8. Еще лечение. Давай, 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 детка. Да я вот пустаюсь его. Да ни хрена ты. Фу. Это было круто. Дуэль практически. Ай, сука. Блин, ребят, сорян. Кто-то меня еще херачит. Опа, не успел отличиться. Блин, ну кто там меня накрыл? Блин. Ладно, давайте загружаться. Ай, черт. Все сначала, что ли? Или можно нажать на... Да я тут. Ай, собака. Это плохо. А что она меня за... А, она не спускается еще. Ну давай, иди сюда. Может, что новенькое у тебя будет? Нет, ничего новенького. Так, ну я думаю, мы быстро, да, здесь расправимся с ним. Давайте сюда залезем сначала. Тут потому что, да, я благополучно миновал сундук, который нам... Так, вот это надо нам взять. Rabbi School Pedant. Неплохое, кстати, ожерелье. Можно продать. Оно... Хотя я не знаю, зачем я его взял, на самом деле, блин. Я же сказал, что я не буду дешевые вещи больше брать. У меня есть деньги. Так, тут еще одна, да? Сейчас девочка будет. Или уже мальчик. Нет, пока девочка стоит. Здесь все время девочка, да? Пока. Так. У боксера уже гранат появился, но он мне не нужен. Прах вампира можно взять как ингредиент. Хорошо, а дальше уже веселее, да? Насколько я помню, все было. Дальше вот эти ребята. И я предлагаю начать вот с той заразы. Сейчас я сохранюсь. Потому что, скорее всего, внизу сидит трейл вампиров, и он гораздо более... гораздо менее опасен, чем вон там он, шваль. Ах, меня еще и заметили, да? Да. Ох ты, я умудрился задеть еще. Так, и что, все, что ли? Блин, это замечательно просто. Я надеюсь, сейчас меня... А кто меня тогда вот убил? Ну, меня что-то зарядил. Хм. Или это вампирша это взорвалась, волкихарская, что ли? Я не знаю. Что точности... Что в точности произошло? Ой. Имперец. Так. Кстати говоря, надо брать обычную одежду. Обычную одежду самую. И зачаровывать ее. Так, ну она... Давайте все заберем. Будем, короче, все забирать. У нас есть хранилище же, это чертово. Которое можно будет забить до отвала. Шмотками. Камнями, шмотками. И потом зачаровывать все это. Пока не надоест. Так. Да... Блин. Вот, хорошо. Так, здесь я только что был, да? Только что же был, да-да-да-да, все. О! Что это за звук был? Как будто кто-то воскрес. А почему я не взял это зелье-то? Надо-надо. Потому что вы сами видели, как оно мне пригождается порой. Хорошо, пойдемте дальше. Я, наверное, даже сохраню. Ну что, как оказалось, победить волкихарского вампира, это... Ну, в принципе, сейчас я его легко победил, он просто я в скрытности был, он меня не видел. И здесь вообще... А вот если кто-то... Если в открытом бою, это реально жопа. Ну, скорее всего, враг. Ёб твою мать. Как-то я их не заметил.
Да не надо сюда. Ты зовешь-то. Че сразу на помощь-то звать? Сам что ли не справишься? Давай, вылазь. Скорее всего, опять там какая-нибудь магичка. Может, она меня потеряла? Или может, она меня также ждет, когда я высуну голову свою, чтобы вломить? А, так, 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 так. Не вижу. Ну, вот она, да. Это Волкихарская, по-моему. Блин, у нее такой же плевок этот ядовитый, обоссанный. Черт. Может, она меня не видит? Ну да, мечтай, мечтай. Это еще и ночной охотник какой-то крутой. Был крутой. Ах, тихо, тихо, тихо. Что такое опять? За глюки. Кровавый вампир. Кстати, мертвый парень. Ты мертвый. Забираем. Ну, возьмем, возьмем, возьмем. Возьмем. Возьмем, возьмем. Короче, разденем девочку. Это же девочка, да, это девочка. И запустим нашу вещь. Спихнем туда все говно. Одноразовое. Ну, не одноразовое, а не зачарованное, да, которое нам не нужно. Так, 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 так. Можно, кстати, запихать всю эту лабуду, как краденые вещи. То есть, чтобы, не дай бог, у меня ее... Не украли. Кстати, бритва Мирунниса при попадании есть небольшой шанс мгновенно убить противника. Можно все же, кстати, вот хранилище затолкать его. Вообще, наверное, все затолкаем. Все, что вообще заталкивается, давайте мы туда и загоним. Почему нет? Блин, ну ладно, нет, давайте совсем уж... Все, не будем туда заталкивать. Такие вещи оставим. Хотя, на самом деле, нормальная мысль все позаталкивать туда. Эриевую корону тоже пусть оставим. Экстрактор крови какой-то. Я так и не понимаю, что это за инструменты. Что он у меня вообще делает? Святых слов, перчатки. Забирай. Карманника. Трибунала красные. А, это то, что я не продал. Да, это вот эти вот шмотки я не продал. Я их зачаровывал, я их не продал. Ладно, короче, потом. Остальное скинем. Так. И я все еще... Господи, что с меня кровью вытекает? Я вроде не женским персонажем играю. Да. Так, она, наверное, туда. Ну, наверное, нам туда, но я... Надо спуститься же, посмотреть, что я... Кого там я такого прикольного убил, что он... Аж такой ночной охотник, который вообще всех... Отмычка... Давайте еще... Стянем с них со всех. Что это на тебе такое прикольное? Так, понятно, понятно. Возьмем. Дубленая хитиновая тяжелая броня несравненного изменения. Ну, на продажу возьмем. Ой-ой-ой. Опять мы смотрим то, что смотреть не надо. Вот у нее лицо красивое, да? Да нет, у нее тоже боксерский нос. У них у всех боксерские носы у вампиров. Таковыми они уж и являются. Давайте мы этого разденем. Заберем шмотки. Еще раз напоминаю, это для прокачки зачарования. Все мне нужно. Хорошо. У меня столько, правда, камней нету. А еще больше у меня нету камней душ. Именно заполненных душами. Поэтому это надо еще что-то в колдовстве покупать. Захват душ и практиковаться в колдовстве. Так, ну, друзья, я предлагаю уже в следующей серии продолжить наш поход. И я уверен, что в следующей серии мы закончим.
этот квест. Класс. Потому что, насколько я помню, он совсем недолгий. Сейчас вскроем замочек. Блин. Так, повыше, да? Да, ну что ты? Еще пониже, что ли? Да ну нахрен, адептовый замок не могу открыть. Ну, здесь еще, видите, у меня проглючивает. Не гладко. Не-не-не, вот это вообще не в ту степь пошел, да? Во, наконец-то. Все хорошо. Отмычка, редкие рыцарские перчатки истинного стража можно взять на слом, чтобы получить навык для зачарования. А можно и продать, потому что слишком дохрена всяких навыков мне тоже не надо. Все, друзья, давайте на этом серию закончим. Большое спасибо, что смотрели, и увидимся уже в следующей серии. Там уже постараемся закончить этот квест. Всем всего хорошего и пока!